На базе одной из трех оптовых точек, которые после первого числа должны помочь предпринимателям в ввозе товара из-за рубежа, прошла выставка-ярмарка. Обувь следующего осенне-зимнего сезона как белорусского, так и зарубежного производства была представлена в широком ценовом и модельном ассортименте. При этом участников была возможность не только лично убедиться в качестве товара, но и пообщаться с представителями иностранных фирм, а также, сделав выбор, оформить заказ. Здесь мы в первую очередь хотим показать и свести тех людей, кто сейчас в соответствии с тем действующим законодательством, которое меняется, имеет интерес к каким-то приобретению товара легального, товара с документами сертифицированного, и свести именно с производителями, поскольку здесь, как видите, есть форма и белорусские производители наши, широко довольно-таки представлены, и также польские производители, которые заинтересованы в реализации товара именно по вот этой наработанной схеме. Прошедшая выставка – проект пилотный. Говорить о ее результативности пока рано. Однако Брест-Обувторг проводит постоянную работу по усовершенствованию своей деятельности. Сегодня организация готова взять на себя обязанности по ввозу товара, а также его таможенной очистки и сертификации. Предпринимателям необходимо будет только вовремя сделать заказ и произвести его оплату. Вся необходимая информация есть на официальном сайте компании. Там же можно ознакомиться с товаром, который сегодня есть в наличии. Кроме того, что предлагаем поставкам товары, которые они у нас есть, то есть мы работаем на услугах по логистике. Формируйте заказы, если они вас устраивают, вас устраивает модели, вас устраивает цена, мы готовы для вас, индивидуальные предприниматели, это привезти, растаможить, оформить все необходимые документы, которые нужны, и, соответственно, предложить это вам с минимальной рентабельностью, которую можем, ну, как бы себе позволить. Я говорю про оптовое предприятие. По схожей схеме работает с предпринимателями вторая оптовая точка, занимающаяся легкой промышленностью, открытое акционерное общество «Брест-Одежда». По ценам изготовителей организация реализует товары белорусского производства. Импортные коллекции планируется продавать с минимальной наценкой, но для формирования ассортимента необходимо участие и будущих реализаторов. Все необходимые контакты и анкету «Заказ» предприниматели могут оформить в режиме онлайн на сайте компании.